мама. Да, помаши ручку. Помаши папе ручку. Помаши папе ручку. Помаши папе ручку. Вот все. Довольный и счастливый. Идем с бассейна. Получилось? Получилось? Конечно, все можно снять. Давай, позируй, папе. Позируй. Все, мой хороший. Все, пацан устал. Пацан едет домой. Да давай я положу. Ну, там это, куди свою. Мамочка. Ну вот, хорошо тогда. Сегодня я впервые сама плавала в большом бассейне. Охренеть не встать. А? Охренеть не встать. Да. Добавьте. Да, понятно, так постоянно я с Ромкой в детском бассейне плавала, там температура 37 градусов, тепло, хорошо. А сегодня тетя Надя меня вытолкала в большой, сказала, сегодня ты будешь плавать там. Вот, и я плавала много раз, и на спине второй раз за занятия тоже научилась плавать. Глядишь... И вообще буду хорошо плавать к лету. Следующую профессионально. На соревнования пойдешь. На соревнования? Да, в следующую субботу будет соревнование, пойдешь на соревнования. Нет, навряд ли я пойду. Навряд ли я пойду на соревнования. Ромка. Он тоже сегодня весь день хорошо плавал. Кружок нам дали. Да, кружок дали. Хорошо плавал, да, Ромка? Такой гномик. Вот так вот. Сейчас еще... Разведите меньше, скажи. Да. Сейчас еще на каток будем ходить. Обязательно. И на лыжи с тетей Надей. На каток. Я туда ходила. Второй. Куда наступить? Сейчас там не будет забивать, наверное. Так вот, не... закрытый каток. Нет, мы ходили вот там... Стадион у нас, там коробка была хоккейная, сейчас где тренажеры стоят. Но. Мы ходили туда, на каток. А-а-а. Но это было года 3 назад. Я же на ножах каталась, а их сейчас нету. Это которые завязываются на любую обувь? Нет, длинные которые, беговые. А-а-а. Я всю детство и юность на них. А то у меня они сгорели в гараже. Проходим Ушенку. Достопримечательность города улицы Спортивной. Да, это вот такая вот страшная мусорка. Но это не люди свиньи, не подумать. Нет, это просто тут вороны. Весь мусор растаскивают. Что, и с этим выкинуть? Не могут ничего сделать, мусорка. Побороться. Что, тяжело катить эту коляску? Тяжело катить эту коляску? Ну, пока силы нет. Ну, не катить. Там карты. Она не, на этот не встает на лыжи? Нет. Да. Это просто, знаете, это двойная коляска. Ритулечка, ты куда собралась? На бассейн тебя попасть. Бассейн? Да. Плавать там будешь, поди? Да. Да? Да. Юбку, да, цела. И еще? И шапочку. Ладно. Ладно. Мы поедем сидеть с папой. Папа за рулем, а я с дядей. А ты тоже там сядешь. Папа, а я уже сюда опять. Опять?
Нет, мама вон папарацци снимает тебя, как ты в бассейн идешь. Ну так мы и к 9 не придем. Шагу прибавьте. Кого догоню сейчас? Не надо, она упадет. Не беги. Беги. Говорю, беги. Поспорим, не догонишь меня. Нет, я то чего упаду? У тебя ноги кудрявые, не видно. Зай, возьми ее на ручки. Ну или за ручку возьми. Давай, давай, пойдем, пойдем, пойдем. На, за. Рита, иди сюда. Накупалась? За, придем еще сюда купаться? Да. Да? Мы сейчас идем домой и спать ложимся, да? За сегодняшний день второй раз уже сходила в бассейн. Я очень чувствую себя классно, устала, но приятная такая усталость. Посушиться? А не работает, доченька, не работает. Ну давай попробуем. Давай. Нет, не работают они. И тут не работает. Фены есть, а они не работают. Сломались? Нет, они просто их выключили. Выключили, да. Домой. Надо идти одеваться. Ехать домой. А еще мы сегодня, может, будем кушать пиццу. Может быть, не знаю. Но может будем. Давай, поехали. Да? Классно? Еще пойдем, Ром? Да, пойдем? Пойдем еще залазить. Тогда еще залазить. Сделаем. Давай, давай, давай. Слази, слази, сейчас девочка поедет. Отходи. Это вообще классно. Это вообще не классно. Это вообще самый крутой. Айда, еще залази. Да, давай я. Айда, айда, залази. Это не отпрыг, это не отпрыг. Где ты, что ты? Ты сразу через три, что ли, ступеньки, Ром. Ты вообще монстр. Давай, все, поехали. Езжай. Езжай. Это вообще у меня тоже самое. Рома, вставай. Вставай, там девочка едет. Айда. Айда. Рома,
Ром, давай сюда подойдем. Это сюда, Катерина. Денис, сам положи. Это туля, это мяу. Паровозик Ром. Марка, я сделаю лев. А тут лялечка должна спать? Тут тут сидят. Сидят? Мне кажется, это колыбельная такая. Это да? Маленькая. Для маленьких. А вот стульчики, да? Да. А почему у тебя вся мебель вне домика? Неудобно там играть? Да, удобно. Удобно? Да. А тут здесь я свободен. Тут еда.